Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Кирилл Данилов, заместитель начальника МВД России по железнодорожному району города Рязани. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы поговорить с вами о квартирных кражах. Сейчас, я так понимаю, сезон, в то время как горожане уезжают отдыхать на дачу, на юг, они оставляют свои квартиры без присмотра. Что же они могут сделать для того, чтобы избежать квартирных краж? В первую очередь, гражданам необходимо задуматься о безопасности своего жилища. Каким образом они это могут сделать? В первую очередь, необходимо быть более бдительными. Необходимо обращать внимание на звонки, которые поступают через домофон во входную дверь. Обращать внимание на посторонних лиц рядом с домом, подозрительных лиц, в доме непосредственно, на лестничной площадке. Также необходимо наладить по возможности контакт с своими соседями, дабы они их настроить на более бдительность, чтобы они также оповещали о всех известных случаях, фактах органов полиции. Также, если человек покидает на длительное время свое жилище, необходимо попросить либо соседей, либо родственников, чтобы они забирали корреспонденцию из почтовых ящиков, так как это является первым признаком о том, что человек надолго покинул свое жилище. Ну и самое главное, нужно всячески обезопасить себя в плане поставить достаточно хорошую дверь, хорошие замки, охранную сигнализацию, потому что нанесенный ущерб противоправным деянием может быть намного больше, чем затраты на данный вид. Какие же виды краж бывают? Исходя из опыта, можно разделить на две категории данные преступления. Первая категория – преступления совершаются путем проникновения через окно, как правило, это первые этажи, соответственно, путем повреждения окна, разбить его, либо повреждения. И кражи, совершаемые путем повреждения замков дверей, либо слома замка, либо повреждение того или иного замка. А любую дверь можно взломать, любое окно, или как вот это происходит? Ну, окна не составляют трудности во взломе, так сказать, проникновения в жилище граждан. С замками чуть сложнее, соответственно, но, как правило, кражи совершаются в достаточно дешевые двери, которые установлены китайские двери, так называемые, с простыми замками, но по опыту получается то, что можно вскрыть практически любую дверь, просто это займет наибольшее количество времени у преступников. Так, и что же они воруют, эти преступники? В основном сейчас преступники воруют денежные средства, находящиеся у граждан дома, золотые ювелирные украшения, нередко воруют шубы. В принципе, большая габаритная техника сейчас преступников не интересует, в связи с тем, что это достаточно емкий товар, который не утаишь при выходе из квартир. И в дальнейшем при легализации данного товара возникают определенные сложности, так как данный товар находится с какими-то номерами, и его уже достаточно легко потом будет найти. В том числе и ноутбуки сейчас не трогают, да? В том числе ноутбуки, да, угу. В том числе. Так, объясните мне, а есть ли какие-то ошибки, которые, может быть, совершают люди, там, вплоть до того, что форточки оставляют открытые или что? Или какие-то другие, может быть, ошибки? Почему воры именно вот к этим гражданам залезают в квартиры? Ну, ошибки могут быть такие допущены. Это оставление, как вы сказали, открытых форточек, окон. То есть двери оставляют закрытыми все? Двери закрытыми, да. Редкий случай, когда человек забывает закрыть дверь, и жулики непосредственно проникают уже в открытую дверь. Но, как правило, все-таки замки ломают, открывают замки. А что же преступник, он следит за своими жертвами, так скажем? Да, и как уже сказал, преступники наиболее подготовленные. Они делают перед тем, как совершить преступление, наблюдают за домом, обзванивают квартиры. Поэтому данный вид преступления наиболее сложен в раскрытии. Угу. Как же вот происходит именно раскрытие таких преступлений? Почему именно сложно вот это вот все? Ну, как я уже сказал, наиболее подготовленные, потому что преступники в настоящее время. Также раскрыть данное преступление мы можем, проводя оперативно-розыскные мероприятия. Также по следам, которые преступники оставляют на месте преступления. Также проводятся технические мероприятия. Ну и каков процент примерно раскрываемости, можете сказать? За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 66 таких преступлений на территории города Рязани. Из них раскрыто 20 преступлений. Угу. Ну, это беда, на самом деле. Ну, не то, что беда, а как бы процент достаточно серьезный все-таки, потому что данное преступление остается наиболее сложным в раскрытии, как я уже говорил.
Так, скажите, а может ли во время такого преступления вот нападение быть на хозяев квартиры? Такое бывало вообще? Бывали случаи, когда хозяева приходили в квартиру и обнаружили уже преступников непосредственно в квартире. Для этого как бы есть определенный алгоритм действий, который необходимо соблюдать людям, если они обнаружили это. В первую очередь это постараться покинуть помещение, закрыть дверь снаружи на ключ и оставить ключ в замочной скважине. Затем попросить позвать соседей на помощь и вызвать непосредственно сотрудников полиции. Но опять же надо учитывать то, что все эти действия должны никак не отразиться на здоровье непосредственно граждан. То есть нужно соблюдать меры предосторожности. Так, то есть надо попытаться закрыть преступников в квартире. Да. А если они сломали замок? Соответственно, каким-то образом, если это получится, опять же, нужно забаррикадировать дверь снаружи. И задержать? Или задержать их? Ну, задержать может возникнуть опасность жизни и здоровья у граждан, поэтому лучше все-таки вызвать сотрудников полиции незамедлительно и попросить соседей оказать им помощь. Как правило, потому что данные преступления не совершаются в одиночку, поэтому преступников может оказаться двое, трое и более. А на дачах сейчас у нас наоборот. Затишье, спокойно, и там ничего не воруют, или как? Да, на дачах сейчас дачный сезон, поэтому все дачники находятся на своих дачах, поэтому такой вид преступлений, как дачные кражи, да, из дачных домиков, они наиболее распространены все-таки в зимний период времени, когда на дачах никого нет. Что еще характерно для лета? Какие преступления? Для лета характерны такие преступления, как карманные кражи. В принципе, они у нас актуальны круглый год. Так, выделить какой-то массив преступлений именно для лета, кроме как квартирной кражи, я думаю, что очень сложно. Ну а какие же преступления у нас чаще всего совершаются в Рязани? В Рязани совершаются, как я уже сказал, квартирные кражи, карманные кражи. Сейчас очень распространено мобильное мошенничество, которое совершается повсеместно. Люди доверяют свои номера своих карт, счетов мошенникам. Совершаются угоны транспортных средств, кражи транспортных средств. То есть общий массив преступлений, в принципе, характерен для Рязани. И какие самые трудно раскрываемые, кроме квартирных краж? Трудно раскрываемыми преступлениями остаются это кражи транспортных средств, потому что они также совершаются наиболее подготовленными преступниками, специализирующимися именно на данном виде преступных деяний. В принципе, наверное, вот эти два вида преступлений более сложные в раскрытии. Возвращаясь к квартирным кражам, хотелось бы спросить, были ли такие вот, может быть, странные случаи краж или что-то необычное выносили, может быть, шкаф? Такого не было? Нет, таких случаев не было. И странных краж тоже не было. Были случаи, когда у нас по железнодорожному району непосредственно в начале года один из студентов института обокрал несколько своих соседей по комнатам. Вынес, соответственно, денежные средства, как и технику. Надоел ему, наверное, учиться, и он решил встать на преступный путь. А это было в квартире или в общежитии? Это было в общежитии института. И как вы выяснили, кто это сделал? Все там отпечатки пальцев, что это? В том числе, да, у нас стали отпечатки пальцев, и проводили оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых он был увлечен в совершении данного преступления. Вина его была доказана, человек осужден. Наверное, в ломбарде находился в тот момент. Нет, в ломбарде он не находился. Нет, был задержан вне уже данного учебного заведения. Так, а какое же наказание грозит вот за подобного рода деяния? Грозит лишение свободы. Все зависит от характера совершенного преступления, от тяжести преступления, соответственно. Ну, нередко это люди несут наказание в виде реального лишения свободы. А штрафы предусмотрены, что-то такое, или примирение сторон? Нет, по данной статье, именно квартирная кража, она является тяжким преступлением, в связи с этим примирение сторон не предусмотрено. Если говорить о тяжести преступления, то как можно вот оценить тяжесть преступления совершенного? Данное преступление относится к категории тяжких преступлений, поэтому санкции данной статьи предусматривают реальное лишение свободы на срок до 6 лет. До 6 лет. Так, да. А зависит от того, сколько ты вынес, золото или денег, или нет? Или уже сам факт проникновения в квартиру? Сам факт проникновения в жилище граждан уже квалифицируется по части 3 статьи 158. Но если данная статья также предусматривает и сумму похищенного. Если сумма похищенного будет более миллиона, соответственно, это уже будет 4-я часть, предусматривающая более строгое наказание. Но ведь существуют же сигнализации для квартир, да, и информация о взломе или проникновении в квартиру сразу поступает в, так я понимаю, охранное какое-то подразделение, да, в том числе и в полицию, так? В ведомственную охрану, да.
Каким образом потом происходит действие? Кто приезжает на место и как разбираются ситуации? На место приезжают, соответственно, то подразделение, у которого стоит на охране данная квартира, либо это частное охранное предприятие, либо сотрудники вневедомственной охраны. Прибывают они достаточно в быстрый срок, задерживают людей, которые находятся либо в квартире, либо выходят из квартиры, да, и затем уже вызывают сотрудники полиции, и происходит разбирательство по данному факту. Так, а они могут применять силу, как вообще да, это конечно. Происходит? А оружие? В том числе даже применение оружия может быть применено. В каком случае? В случае оказания сопротивления. Просто сопротивление? Или человек пытается накинуться? Ну, все должно быть соизмеримо. Если, смотря какое сопротивление оказывается, может быть, с предметами, похожими на оружие, либо с оружием, в связи с этим может быть применено оружие. Кирилл, скажите, а вот участковые проводят какую-то работу с гражданами? Вообще, как проводится профилактика в плане квартирных краж? Да, конечно, участковые на постоянной основе проводят профилактические беседы с населением, доводят непосредственно действия, которые необходимо применять при обнаружении следов взлома. Также доводят до жильцов необходимые действия, которые необходимо применить, дабы обезопасить себя от данного вида посягательств преступных. Это может заключаться и в устных беседах, и о сдаче листовок. То есть участковый на своем участке работы эту работу проводит постоянно. Ну а граждане бывают, что действительно помогают предотвратить проблему, что действительно какие-нибудь такие бабушки, которые любят сидеть около подъезда? Да, конечно, такие случаи есть у нас. О всех подозрительных лицах, ну не о всех, а о многих подозрительных лицах сообщают полицию по телефону доверия 02, либо на телефон дежурной части определенного отдела. И сотрудники полиции выезжают, реагируют на это, задерживают подозрительных лиц. Не всегда они, естественно, являются преступниками. Но такая работа с населением проводится, и население как бы идет навстречу полиции. Нормально реагируют люди, если их задерживают? Нормально реагируют, да. Бывали случаи, когда люди просто там перепутывают, когда люди путают двери, в том числе в состоянии алкогольного опьянения это бывает, ломятся к соседям. Нормально, адекватно, каждый случай он уникален, образно говоря, поэтому требует своего подхода. Скажите, а как же можно так взломать дверь, чтобы никто рядом не услышал, не увидел в глазок, как это, молниеносно, что ли, происходит? Ну, как я уже говорил, все зависит от замка, от качества данного замка. Если замок старый, не очень надежный, то, в принципе, достаточно немного времени уходит на взлом данного замка. Чтобы не увидели соседи, преступники часто приходят к такому средству, как залепление глазков, дверных глазков, чтобы их деяния остались незамеченными. Ну и само проникновение в квартиру, нахождение в ней занимает минимальное количество времени, это может быть 5-10 минут, не более того. Итак, чтобы обезопасить наиболее свое помещение, свою квартиру, что же вы все-таки можете порекомендовать людям? Я бы порекомендовал ставить охранные сигнализации, потому что на настоящее время это является самым надежным и действенным способом для обезопасивания своей квартиры, своего жилья и своего имущества от преступных посягательств. А что, даже те двери, у которых вот со всех сторон выезжают вот да. эти вот штучки, можно Да, такие сломать. Двери в основном как раз и ломают. Это китайские двери, недорогостоящие, которые приобретаются жильцами в магазинах города. А как они могут быть сломаны? Это просто замок сам? Замок. Ладно, спасибо вам за то, что вы пришли. Приходите еще, рассказывайте, раскрывайте преступления как можно больше. Спасибо большое, что пригласили. До свидания. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания.